Новый год – это время волшебства, надежды и веселья. Это один из самых ожидаемых и любимых праздников, который отмечается по всему миру с различными традициями и обычаями. Каждый народ отмечает Новый год по-своему, но везде это праздник, который объединяет людей, наполняет сердца теплом и радостью. Пожалуй, самым запоминающимся из всех организованных в Самаркандской области праздников стала президентская елка для воспитанников семейных детских домов, детей военнослужащих, погибших во время выполнения служебного долга, ребят из социально уязвимых семей. Мероприятие прошло в областном театре музыкальной драмы. Глава областной администрации и руководители секторов, поздравив детей с праздником, вручили им президентские подарки. Хочу поздравить всех с Новым годом, пускай этот год будет самым благополучным, пускай все мечты и желания, пускай все будут здоровыми. Спасибо большое нашему президенту, и что сделал такой хороший праздник, мы все рады. И нашим педагогам, соцмамам большое спасибо. Театрализованные представления с участием Деда Мороза, Снегурочки и различных сказочных персонажей вокруг украшенной елки придали празднику особую атмосферу. Мероприятия по случаю Нового года проходят в каждом уголке Самаркандской области.